Всем привет! С вами международный гроссмейстер Роман Овечкин. Президент своим указом оставил дома огромное количество народу. Предлагаю использовать освободившееся время с пользой. 9 апреля у меня стартует тренинг. Два тренинга. По атаке Панова, защите Каракан. И по варианту Тараша во французской защите. На этот раз, в отличие от первых этапов, этот тренинг будет длиться 10 дней. Будет больше времени на самостоятельную работу, потому что были отзывы, что очень тяжело работать, много материала. Будет больше на один турнир 100-минутный, соответственно, будет больше на разборы. Больше времени уделено разбору партии. Как вы все в курсе, что Суворов говорил, что теория без практики мертва, практика без теории слепа. Поэтому вот расписание тренинга. Записывайтесь. Материалы начну высылать уже в среду, то есть в четверг будет у всех. Абсолютно возможность самостоятельно изучать ключевые партии. При этом в 18.00 у нас написано, что изучаем теорию. Это означает, что на платформе Zoom будет проведен вебинар для записавшихся на тренинг. Цены оставляю антикризисные, противовирусные. То есть цена на один этап, неважно. Каракан атака по новой или французская вариант Тараша 1500 рублей. Если хотите проходить два этапа одновременно, то два этапа 2000. Плюс желающие по итогам тренинга провести занятие со мной, неважно по одному или по двум этапам час, но час. Дополнительно еще 1000. Расписание, в общем, мы видим. Я его медленно перематываю. То есть больше турниров, больше самостоятельной работы, больше разбора партий. И так до 19 числа, до Пасхи. Записаться можно, пройдя по ссылке под роликом, либо отправив письмо на мою электронную почту. Как записаться? Если вы пройдете по ссылке под роликом, все будет понятно. Расписание тоже, конечно же, вы увидите и под роликом. Поэтому, в общем, призываю всех не паниковать. Болезнь страшна, но ее можно переждать и провести время с пользой. Все на тренинге.